Ну что, мои дорогие, я вижу, вы меня ждали. И мне это очень приятно. Привет! Привет вам из Мишлен Детокс, из этого волшебного места, где я уже почти неделю кайфую, веду нескончаемый бой, нескончаемую битву за свою красоту. Схожу просто с ума от атмосферы. И параллельно худею, уходят какие-то отеки, которых у меня даже не было. Короче, просто чувствую себя потрясающе. Потрясающе себя чувствую, но нашла время с вами поболтать. А как же иначе? Как же иначе? Вы же у меня самые-самые-самые-самые лучшие, самые крутые. Я вам обещала с вами пообщаться, а если я что-то обещаю, я обязательно выполняю. Вот, и мы сегодня с вами говорили на такую горячую тему, да, мы с вами постоянно говорим на разные горячие темы, так как я, ну, мало того, что женщина с большим жизненным опытом, еще и уже почти год дипломированный психолог-сексолог, и именно поэтому мы с вами говорим на очень-очень разные горячие темы. И чем больше я с вами на эти горячие темы разговариваю, тем больше я убеждаюсь, что вам эти разговоры безумно нужны. Безумно нужны, потому что такого количества закомплексованных, вот просто дико закомплексованных женщин нет, наверное, нигде в мире, мне так кажется. Не, ну вернее, они могут быть там в каких-то исламских странах, вот, они могут быть там в каких-то странах, я не знаю, ну, Востока, опять же. Но в цивилизованных странах, в Европе, нигде нет такого количества закомплексованных леди. Понимаете, вы настолько погрязли в своих комплексах, вы настолько засели вот в эту свою мерзкую нору, вы засели в эту мерзкую нору, и вы... Да, мы не берем страны третьего мира. И вы считаете, что у вас все хорошо, понимаете? То есть ваша жизнь просто спускается в унитаз постоянно. Каждый день вы спускаете свою жизнь в унитаз. Но вас это, в принципе, устраивает. Вас это устраивает. Вам кажется, что, видимо, у вас будет еще какая-то другая жизнь, да? Вам кажется, что будет жизнь еще какая-то другая, что это всего-навсего репетиция. Но, мои дорогие, жизнь одна, это не репетиция. Другой жизни у вас не будет 100%. Поэтому вы совершаете огромную ошибку, проживая ее так, как будто у вас есть еще одна запасная, которой у вас нет. Вот, дальше. Но мы с вами сегодня утром говорили о том, что по-разному мужчины и женщины возбуждаются, по-разному мужчины и женщины, скажем так, приходят к сексу. И я сказала вам такую обычную вещь, которую знают все сексологи и психологи, и знают многие нормальные люди. По крайней мере, в вопросе в моем в Инстаграм, в сторис, 51% девочек написали, что они с этим сталкивались. Вот. И это речь идет о фетишах. Даже не столько о фетишах, а речь идет о том, что как бы у мужчин, у многих складываются какие-то, скажем так, у кого-то фетиши, у кого-то просто привычки, заморочки, без которых они не могут заниматься сексом. Это, как правило, складывается еще в жизни. Это все возникает еще в детстве, извините, я оговорилась. Вот. И вот это вот идет с ними всю жизнь. Идет с ними всю жизнь. Разные, абсолютно разные бывают проблемы. Например, кто-то из мужчин доктор Роман. Здравствуйте, мой хороший. Здравствуйте, эротическая мечта большой
скажем так, большой-большой части женского населения России и не только. Ромочка, мне очень приятно слышать, что я твой фетиш. Мне очень это приятно. Ромочка, надеюсь, когда ты вернешься в столицу, ты вроде бы тоже не в Москве, мы с тобой обязательно встретимся, пообщаемся. Потому что все приходит и уходит, а дружба остается. Вот, итак, у мужчин есть разные фетиши, без которых они практически не могут ни заниматься сексом, ни возбуждаться, ни кончать и так далее и тому подобное. Читая, просила вас перечислить, с какими фетишами вы сталкивались. Читая эти перечисления, больше всего, конечно, фуд-фетишистов, такая распространенная прям тема, фуд-фетишисты. Кто-то любит чулки, без чулок практически не может кончить. Кто-то любит каблуки, то есть, когда его дама на шпильках, он кончает просто за 3 секунды. Ну, то есть, да, Ромочка, тебе столько же сердечек. Но, то есть, разные-разные-разные проблемы, это не проблемы, разные-разные привычки, благодаря которым мужчины приходят к оргазму. Вот. У женщин с этим как бы попроще, но тоже есть разные-разные-разные приколюшки. У меня, например, есть очень конкретная приколюшка в сексе, о которой я говорить не буду, потому что не уверена, что мой нынешний молодой человек не смотрит эфиры. Скорее всего, он их не смотрит, ему типа нафиг не надо, они все так говорят, но доходит до дела, и получается, что случайно, может быть, посмотрел. Поэтому не буду говорить про свои приколюшки, но у меня они тоже есть. Вот. Обещала вам рассказать на самом деле одну историю, которая очень интересная произошла в моей личной жизни, которая связана вот с таким вот, скажем так, с такой вот заморочкой у парней. И эта история реально очень веселая, но... Но! Хотела рассказать, а сейчас что-то расхотела. И даже не знаю почему. Вот не знаю почему. Так. Вот девушка Кушетерова 7 пишет. Вы достали. Вы не думаете, что вас смотрят дети, и дальше она ругается матом. Ну что вот я могу сказать? Вот как я уже вам говорила, да, вот эта вот страшная закомплексованность русских, их даже женщин нельзя назвать, назовем их бабами. Бабы. Которые считают, что дети могут в моих эфирах увидеть что-то, чего они не знают. Они считают, наверное, что в моем эфире они могут услышать слово «кончить», и это испортит их жизнь. Мои дорогие овцы, конченые овцы из мухосранцев, которые считают, что их дети чего-то не знают. Во-первых, у детей, у нормальных, тех, кто еще в этом не разбирается, не должно быть телефона. Вот у Юры даже кнопочного телефона нет. Во-вторых, дети не должны смотреть блогеров, которых они не должны смотреть. У меня не детский блог. А в-третьих, иди уже, дура, найди свой клитор и хотя бы при помощи струи душа заверши этот день праздником. Заверши этот день праздником. Итак, рассказываю. Расскажу, ладно, обещала, расскажу. Знаете, я не такая. Короче говоря, это было 4 года назад. Я на Пхукете. Вы знаете, да, что я на Пхукете зимую. Зимую на Пхукете по 4 месяца, вот не считая прошлого года. И занимаюсь там кроссфитом, знакомлюсь с парнями. Но там на самом деле у меня все время с сексом проблемы. Ну вот последний год у меня был просто нереально крутой парень из Лондона. Он был просто нереальный, я его там 100 раз выставляла в сторис, с ним был потрясающий секс, он ничего не понимал в моих приколах, мне было тухло с ним общаться, но ради секса мы с ним как бы 2 месяца шпили-вили, было все круто. Вот, а 4 года назад я познакомилась с парнем со шведом. Парень швед, ММА, там очень много ММА со всего мира, он тренировался, у него были бои. Я не помню, сколько ему было лет, ему было 26 или 27 лет, точно я не помню, по-моему, 26 или 27 лет ему было,
сухой пресс, шикарная жопа, растяжка. Ну, сами знаете, ММЭщики, да, там растяжка вообще нереальная. Губа перебита, нос перебит, но очень милый. Выставила его фотки в сторис, можете посмотреть. Вот, короче, мы с ним знакомимся на Мамбе. Тогда еще как бы я в Тиндере не была, да, 4 года назад. Знакомимся с ним на Мамбе. Он тут же на байке приезжает, я ему дико нравлюсь, он мне дико нравится. Мы едем к нему домой, мне знакомиться со своей сестрой. Они там снимали вместе с сестрой виллу. А, вот, тут же начинаем целоваться, целуем всех сумасшедших, я просто умираю. Никого нет. Я просто умираю, как я его хочу, потому что у меня не было секса до этого месяц. Месяц я прилетела, у меня не было секса. Звали его Рико. Короче, целуемся, целуемся. Ну, в первый день, как бы, я не буду же сексом заниматься, это пошло. Обычно я занимаюсь сексом на 4-м свидании. Но на Пхукете я решила сделать исключение, заняться сексом на 2-м свидании. На следующий день, что он меня опять приезжает за мной, сажает меня на байк. Везет на одну смотровую площадку, везет на другую смотровую площадку, везет меня ужинать. Потом мы опять приезжаем, он меня привозит почти типа, ко мне, ну, к моему отелю. Сейчас, секунду. Привозит меня к моему отелю, опять мы стоим, целуемся, целуемся, он не заходит. Я уже просто готова его, я не знаю, я готова его изнасиловать, да, потому что мне просто реально плохо. Вы можете себе представить, как это может быть реально плохо. Я ему говорю, говорю, Рики, а ты не хочешь зайти ко мне в номер? А он мне говорит, это был, по-моему, вторник или среда, не помню. Он мне говорит, у меня воскресенье бой, до боя я сексом не занимаюсь неделю. Вот типа воскресенье бой, и значит, после боя все будет. Господи, хоть я агностик. Я ждала этого воскресенья, вы себе не можете представить как. Ни одного воскресенья в жизни я так не ждала, как я ждала этого воскресенья. Потому что, ну тут как бы ничего не попишешь, да? Спортсмен спортсмена всегда поймет. Я понимаю, что если человек не занимается перед боем сексом, что он не занимается перед боем сексом, значит это нормально. И я думаю, ладно, до воскресенья я как-нибудь... протерплю, да, ну и продолжаю заниматься, естественно, регулярно самоудовлетворением, представляя себе, как я сливаюсь, вот эти все поцелуи в гланды, и они наконец-то переходят уже в нормальный секс. Вот, воскресенье, он мне говорит, приезжай за меня болеть, я как дура прусь на этот потонг. Кто знает Пхукет, да, знает, напротив там этого рынка, этот огромный, вот этот вот, огромная эта хрень, где они там все борются, прусь туда, сижу, типа, за него болею, он выигрывает этот бой, блин, выигрывает бой, все круто, там мне машет, и, значит, жду, когда он там выйдет, черт знает что вообще, сколько уже я его жду, и, короче говоря, выходит, значит, мы с ним едем ужинать, потому что он голодный. Хорошо, ужинаем. Приезжаем, потом все-таки ко мне. Он заходит ко мне. Быстренько, прям мгновенно, вот буквально, мы с ним только один раз поцеловались. Тут же, значит, у нас все случилось. Член шикарный, все шикарно. Я очень быстро кончила, просто очень быстро кончила. И он... тут же как бы кончил, снял презерватив, выкинул, поцеловал меня, повернулся на бок и заснул. Ладно. Ну что делать? Человек после боя, понятно, что он как бы устал, ну заснул и заснул. Утром, значит. Он спит. А я как бы знал, ну, общаешься же с человеком. Он мне все время говорил, что он как бы любит поспать, спит достаточно долго. То есть он там он каждый день, естественно, тренировался. На тренировке, значит, он ездит к 11 часам, а я хожу на тренировку в 7 утра. Я ушла на тренировку, он остался спать. Вот, я думаю, пускай потренируется. Значит, вернется с тренировки, и целый день мы с ним будем до вечерней тренировки заниматься другой тренировкой. Возвращаюсь, он тоже приехал, мы пообедали, начинаем разговаривать. И он мне говорит, типа, ну, мы, естественно, общаемся на английском языке, и на самом деле, ну, нормально друг друга понимаем, потому что я, когда я общаюсь по-английски, я очень плохо понимаю англичан, вообще не понимаю чернокожих, и с австралийцами тоже сложновато, а с европейцами нормально. И он мне говорит, можно я тебе расскажу одну, типа, историю про себя? Я говорю, да рассказывай, господи, ну, конечно, рассказывай. Вот, а на самом деле... Думаю, ну, на самом деле, пускай расскажет историю и перейдем к делу. И он мне рассказывает,
что когда ему было 17 лет, его какая-то девушка, сербка, которая была его старше там лет на 15, а то и больше, ей было там 35 лет, эта девушка из Сербии пригласила его в гости, заперла его у себя в квартире, 2 дня не выпускала, издевалась над ним, мучила его и постоянно его трахала. И после этого он кайфует от секса только тогда, ну, не совсем БДСМ, ну, практически БДСМ. То есть начал он меня, значит, просить, чтобы я его заперла на 2 дня, достал из своего спортивного, блин, рюкзака намордник, ошейник, плетку, пачку соли, и говорит мне... Короче, значит, его нужно было, на него, значит, надо было вот это все надеть, хлестать его плеткой, на его раны сыпать соль и запирать, уходить там по своим делам, возвращаться, делать то же самое. Потом опять, значит, приходить, значит, опять то же самое делать. То есть, когда ты, значит, это все сделаешь, он тебя трахнет, ты опять его запираешь, уходишь по своим делам, опять возвращаешься, делаешь то же самое. Я ему говорю: слушай, во-первых, говорю, я тренируюсь целый день. Кто давно за мной следит, наверное, знает, как я на Пхукете живу, да? У меня зал, потом у меня один кроссфит, вечером у меня другой кроссфит. Я уставшая, как собака. И я, значит, должна, вместо того, чтобы расслабляться, надевать на него эту херню, хлестать его плеткой, сыпать на него соль, только потом он меня, типа, трахнет. И это должно продолжаться непонятно сколько вообще времени. И вот... Вот вам пример истории из детства, которая человеку на всю жизнь практически сломала жизнь. Когда я ему сказала, что я этим заниматься не собираюсь, потому что мне просто тупо лень, вот тупо просто лень мне этим заниматься, он мне говорит: ну ты мне очень нравишься, давай типа на мамбе найдем какую-нибудь девушку, которая будет все это делать, а типа трахать я буду вас обоих. Короче говоря, я ему говорю: слушай, говорю, Рикки, ты, говорю, меня, конечно, прости, но, говорю, это точно не мое. И говорю, если, говорю, у тебя будет настроение просто нормально потрахаться, говорю, можешь мне как бы написать, приехать, и мы с тобой нормально потрахаемся. Но не до такой степени я хочу секса, чтобы заниматься такой херней. Я не осуждаю никого. Кому-то нравится. Это совершенно, ну как, то, что двоих устраивает, все нормально, да? Вы, наверное, знаете, что любит у нас Филипп Киркоров. И если это устраивает его партнеров, которым он хорошо за это платит, то никаких проблем. Но мне это не надо, да? Я этого не люблю. Вот, ну, после этого этот бедный Рикки, не Рикки Мартин, после этого этот бедный Рикки, который, видимо, так и не мог найти, короче, себе какую-то подходящую девушку. И вот мы с ним 2 месяца где-то раз в неделю приезжал. И мы с ним просто быстренько занимались сексом, быстренько я кончала, он кончал, снимал презерватив, я его выгонял, потому что, говорю, нечего у меня оставаться. Говорю, иди, говорю, в душ и дуй на своем байке к своей сестре. Вот. И мы, короче говоря, вот так вот с ним проводили время. Так он мне еще после этого до сих пор пишет. Пишет периодически то на Фейсбуке, то в Инстаграм и так далее, тому подобное. И мы, ребят, я не буду вам говорить, что любит Киркоров. Если вы не знаете, что любит Киркоров, я вам просто завидую, потому что я об этом говорить даже не хочу. Потому что по сравнению с «Золотым дождем», то, что любит Киркоров, это просто жесть. Я дам вам ссылки на телеграм-каналы, я просто реально забыла. Вот. Ну, вот так вот, до сих пор Рикки мне периодически пишет, и мы с ним общаемся. Ну, на самом деле, вот такие вот фетиши, и у меня еще раз была такая вот ситуация, достаточно смешная. Все правильно написали, да. Была достаточно смешная ситуация, тоже с парнем встречалась достаточно долго, встречалась, причем парень работал в прокуратуре, был такой очень серьезный, ну прям серьезный парень, при деньгах, и все у него было хорошо, вот, и мы с ним как бы встречались больше года даже, если честно, и потом как-то один раз он тоже меня попросил его выпороть он меня его попросил, мои хорошие. И я дал мне, значит, ремень и говорит: бей по ягодицам. А я была такая, блин, злая, потому что я все время к вечеру очень усталая. Я очень рано просыпаюсь,
И к вечеру я уже очень уставшая, и я взяла этот ремень, который он мне дал, и прям, блин, пряжкой, и прям, пряжкой, и не по попе, не по ягодицам, а по пояснице, так его отдубасило, что он больше не просил. Так, ребят, если вы хотите пообщаться на тему, которую вы затронули, которая касается Киркорова, это не со мной. Я эту фигню обсуждать не буду. Это жесть, опять же. Почему такое извращение? Нет, я не думаю, что их били матери. Знаете, что я хочу вам сказать? Вот по поводу вот таких вот, ну, скажем так, склонности к БДСМ. Я знаю нескольких хирургов, мужиков, очень таких, знаете, волевых. Я знаю депутата одного очень волевого, который обожают быть снизу, они нижние. Как правило, это бывает от того, что люди имеют очень много власти, у них очень много всего в этой жизни как бы было. Он был не мент, он работал в прокуратуре, он был гражданским. Вот. И они уже просто не знают, от чего им получить удовлетворение, да? И получается вот такая фигня. Ребят, ну, вы знаете, хоть я и психолог-сексолог, я вот тему Копра точно не изучала. Для меня это просто, ну, это грязь, ребят, да? Вот золотой дождь на самом деле, ну, если это только не в рот, если вам не в рот писают, извините меня, ну, это хрен еще с ним, там где-то кто-то этим занимается, кто-то на берегу моря, кто-то по душам, бог с ним. Но Копра – это, конечно, жесть. Это, конечно, жесть, и я поэтому даже на эту тему говорить не хочу. Вот. Ну, что я еще вам хочу сказать, мои милые, дорогие, любимые? Ну, типа с жиру бесится. Вот вы совершенно правильно сказала. Вы совершенно правильно сказали. Именно бесится с жиру. Вот. Что еще вам хочу сказать, ребят? Ну что, завтра утром уже я еду, забираю Юрика из спортивного лагеря. Мы с ним едем в Хаят. Сутки мы будем в Хаяте. Буду Юрика веселить. Буду Юрика развлекать, вернее. Будем просто жить офигенно. Сутки. Потом я еще остаюсь, и потом я уже уезжаю в Москву. Уже очень соскучилась по своему нынешнему молодому человеку. Вот, реально, мы с ним не так давно начали встречаться. Где-то, наверное, скоро будет месяц. И я... Закат еще пока нет, ребят. Закат позже будет. Вот. И я реально уже скучаю. Он тоже скучает. А еще... Слушайте, меня тут вообще убил просто парень, сейчас даже выставлю в сторис. Есть один парень, Джо Кинни, блин, певец, ну как певец, он поет неплохо, но денег нет на раскрутку. Вот, я его постоянно везде баню, и он мне присылает рубль, я нахожусь в Мишлен Детокс недалеко от Сочи. Ну вот, и он мне присылает рубль на Сбербанк. Рубль на Сбербанк мне присылает и пишет: «Разбань меня, Джо Кинни». Вы можете представить себе? Не 1000 рублей присылает, не 200 рублей. Вот. Джо Кинни перевел вам. Вчера это было. Рубль. И написал: «Разблочь меня, ребят, рубль». Вы можете себе это представить? Сказать, что я была в шоке? Ничего не сказать. Я была в таком шоке, что я была просто... ну, я матом не ругаюсь, вы же знаете, да? Вот, кстати, вам живое пение Бузовой. Живое пение Бузовой. Вот так вот. Живым пением Бузова я вас порадовала. Про певца рассказала. Рубль. Как вообще у человека поднялась рука отправить рубль? Я даже не знала, что рубль можно вообще отправить, ребят. Вот реально я не знала, что рубль можно отправить. Вот.
А, типа, я стою рубль. Нет, мои дорогие, я не стою рубль, и он так не дал понять. Это вы очень сильно преувеличиваете и вы даете желаемое за действительное. Так я бы ему, блин, 100 рублей бы вернула, да только у меня его номер нет. Бузова — это отдельная страшная история. Вообще, это как поет Бузова, ребят, я не знаю, я надеюсь, там включат фонограмму на спектакле, потому что я сейчас прочитала, что на ее спектакль билеты подняли в цене, все билеты раскуплены, и подняли в цене билет до 10 тысяч рублей. Прикиньте, за такое пение. Блин, это отдельная история. Вот. Все, мои хорошие. Пойду я отдыхать. Поболтала с вами. Завтра буду вам целый день рассказывать, показывать, сколько стоит отдых у нас в городе Сочи, где темные ночи. Вот. И уже, ну, я вам говорила, да, что с глазами? Вы под наркотиками? Да, я под наркотиками. И эти наркотики... Юля, какими вы наркотиками меня пичкали целый день вместо детокса? Самыми полезными. Вот мои подписчики говорят, что у вас с глазами? Вы под наркотиками? А пью вот эту вашу воду, я не знаю. Смузи, вода. О, я тоже хочу йогурт. Сейчас приду к вам. Вот. Вот. Ладно, мои хорошие. Ну, дураков, конечно, много, и с ними ничего не сделаешь. Я вам уже рассказывала об этом. Что теперь делать? Ну, бывают идиоты. Люблю, целую, обнимаю. На самом деле, запомните это место, Мишлен Детокс. Дала вам 100 ссылок. Нереально крутое место. Нереально. Вы просто таете на глазах, при этом вы еще и кайфуете. Вот. Да я знаю, что это рубль для того, чтобы в Сбербанке написать просто что-то. Я-то понимаю, это люди не понимают, ребят. Они думают, что он мне просто рубль прислал. А он мне написал сообщение, чтобы я его разбанила, что я его везде забанила. И он смог написать только «извините меня» в Сбербанке. Все, я надеюсь, что я вам подняла настроение. Завтра у нас с вами с утра, пока я еще без Юрика, будет тема сквирта. Завтра с утра у нас будет тема сквирта. Слушайте внимательно. Приготовила для вас интересный рассказ по этой теме. Делюсь с вами массой знаний. Надеюсь, что вы это все слушаете и впитываете. Надеюсь, что вам это все в жизни помогает. Очень вас люблю, своих адекватных подписчиков, которые со мной уже, многие со мной очень-очень давно, я в Инстаграм 8 лет, и очень много девочек, которые на меня 5 раз подписывались, отписывались, потом опять подписывались. Все, целую, мои хорошие. Мне вот воздушный поцелуй... Ну, как бы не хочется посылать, потому что это так как-то все пошло, и все вот делают одно и то же, да, все блогеры. Пока, 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 пока. Пока.